цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Белорусский диктатор Лукашенко дал новое интервью, в котором рассказал, что Путин не взял Киев за 3 дня только потому, что ему не очень-то этого и хотелось. А также заявил, что все цели СВО в принципе уже достигнуты, поэтому войну можно прекращать. Войска России, которые были на окраине Киева, ушли оттуда. Ушли. И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было. Да, войска России просто ушли в качестве жеста доброй воли, а вовсе не потому, что получили по зубам. И никаких боев за Киев не было, и все эти сожженные российские танковые колонны в пригородах украинской столицы, которые я в том числе лично снимал, они нам всем просто привиделись. По мнению Лукашенко, этих потерь не было, а Путин не стал брать Киев, просто потому что не захотел, потому что ему людей было очень жалко. Я говорю, ну, война войной, но чтобы война закончилась, естественно, надо столицу, взять столицу. Он мне говорит, ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей. И поэтому Путин вместо того, чтобы взять Киев, решил растянуть бессмысленную войну на 1,5 года. Просто из жалости к людям. Ну да, это же очень логично. Так-то за 1,5 года людей погибло намного меньше. Но центральный месседж в интервью Лукашенко прозвучал дальше. Белорусский диктатор заявил, что в принципе все цели войны уже выполнены. И спецоперацию можно сворачивать. Смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России, как это было до войны. В общем, если верить Лукашенко, цели СВО состояли в том, чтобы без всякого смысла положить несколько сотен тысяч человек, разнести до фундамента половину Донбасса, помочь украинской армии перевооружиться и получить современное западное оружие, а также заставить украинцев ненавидеть Россию на поколение вперед. И если цели спецоперации действительно были такими, то тут с Лукашенко не поспоришь. Они действительно выполнены. И самое потрясающее, что миллионы российских патриотов реально поверят даже в такое и будут искренне убеждены, что все, что произошло, это был такой хитрый план Путина, который в очередной раз всех переиграл. Подписывайтесь на канал, друзья.